Объемная жизнь. Тогда она должна быть перегонная. Тоже шведские. Но там стоит, а тут углом. Он ты обещал к сентябрю, но сделал к октябрю. Нормально. Иконы вот такие. Чеканка это хорошо. Это я арсенал. Есть иконы святителя Николая отсюда. И еще две такие. Вот туда сделал продолжение. Ну тут хорошо, мне нравится, она сделала как за море. Чуешь? Рано было, которая нажает, проигрывает, я не знаю. Вот здесь светильники какие, брали, проигрывают. Здесь это брашки, а проигрывают. Слав, ты его в собор делаешь, как она стала? Да. Половина сделала? Я уже все вырезал. Все? Да, уже приступаем. Там, когда будете разваливать, разбирать, не разбирайте его, не разваливайте. Мы отдадим бедную церковь его, чтобы его разобрать. Иконы пишем туда, вот верхний ряд. А? Иконы пишем верхний ряд. Конечно. Там же литография. Ну да. Адреса. Мы зараз нам зараз немає особо. Ми зараз відчинимо чекаємо кріплення і закріплення. Ну, туди можна поставити. Знаєш, що ось ці ліса перенесемо, винесемо їх на праздник. А не нужно. А ним пока не нужно. Ну, пускай їде, він їде по городу. Я думаю, що ми сюди приїдемо, щоб документи його доставимо. Зараз я його завалю. Вон купол немножко такой. Владыка, арки завяжутся, вот тогда сделают боковые пределы, завяжут арки, а мы тут останем место. Тут хорошо. Я ничего тоже воспринимался. Нема, нема. 3, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 12, 12, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Я помню, что я в человеке никогда бы не марал такого. А, Виктор, вот и алтарь хороший сделали они. А ну там купол, он такой, конечно. Владыка, потому что нету еще боковых пределов, оно завяжется. А? Оно завяжется, просто еще не готовые боковые пределы. Оно в одной тональности все сделано. О, о. Оно не бедновато, оно такое же, как там, просто... Здесь больше окна, а здесь